Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, бесплатно заберем сундук. Так, новая краска, магнит, ускоритель дым, ускоритель фляг. Окей. Так, кубки. Кубки, кубочки, кубок. Так, результаты. Дым колесный монетный. Да мы тут выиграли, ё-моё, с таким счетом. Хо-хо-хо-хо, просто разорвали. Бил, аутек и вот это какой-то новенький, ребят. Я его раньше в лидерах не видел. Так, спойлер для моноколеса, блин. Меня это убивает просто. Им не жалко для моноколеса ничего. Даже наград. Так, ну что же, окей. Забираем здесь награды. Блин, нифига, это что за... А, это монстр, да, машина? Точно, это монстр. Так, сколько мне нужно там кубков-то? Я даже уже и не помню, если честно. Так, меняем вид. Меняем вид. Блин, какой-нибудь хочется такой, которого еще уже давно не было. Давай вот это вот. Бородатый шахтер. Бородатый шахтер. Знаешь, что я хотел? Я хотел поменять на нашей вот этой машине краску. Так, подожди, не хочу ничего утилизировать. Блин, как менять-то краску, я уже забыл. А, вид, машина, конечно же. А какую лучше поставить? Блин, мне бы хотел бы какую-нибудь, я не знаю, новую что ли. Давай вот эту вот нашу старую-старую красочку красную поставим. В принципе, я, наверное, готов. Поехали. Так, сейчас бы главное, ребят, не сбиться, потому что я все время привык к желтому цвету. Сейчас она красным, буду путаться еще, не дай боже. Вот это вот нафиг не надо было делать. Есть. А этот голодранец, да, хотел меня обогнать. Но у него ничего не вышло. То есть, получается, мы... О! Балол! ККМ-ка. Шпарим, шпарим, шпарим. Так, прекрасно. Воу! Прекрасно-то прекрасно, а эта кикимора чуть нас не обогнала. Мелкая черная паршивка. Так что давай-ка без дурачков. Ну куда ты там подлетел? Ну трындец. Так, мы с тобой лишились крыши. Машина должна втапливать, по идее. Да? Прекрасно. Прекрасный результат. Он чем-то напоминает наш персонаж какого-то кузнеца. Я не знаю, почему, но он... Похож на меня, кстати. А, 67 тысяч. Воскресный чемпион. Слушай, давай-ка мы, наверное, воскресный чемпион поедем на байке. Тихо. Блин. Тут надо очень аккуратно. Эти подвесные мосты, блин. Они очень плохо на нас действуют. Хотя вот я смотрел, как там кто-то на подвесных мостах едет. Просто на изи. У нас почему-то такое не получается. И главное, не впендрючиться никуда. А то мы можем. А мне, знаешь, кажется, почему мы сейчас более-менее нормально едем? Потому что раньше у нас байк был не особо прокачан. Поэтому мотыляло, как я не знаю кого. Сейчас едится, что да, можно резко. Вот когда вот, например... На горке. Опа. Опа. Тут надо тихонько ехать. Просто тихонько ехать. Не газовать. Тихо ты. Так, это пещера здесь или нет? Я вот не помню. По-моему, тут пещер нету. Но зато здесь есть вот такая вот фигня. Да-да-да-да. Ну перелети. Есть, ну тут более-менее хотя бы.
Отлично, шикарно. Первое место, ребята. Первое место. Что-то уже зависло, я думал, сейчас вылетит. Дед Кузнец сдает дрозда. Так, а что там за гонка? Кубок шахты, ну понятное дело, что в шахтах, ну ни в коем случае, ребята, не надо ездить на байке. Хотя вон там есть чудик, который поедет. И не ссыка нажиму, а? Видишь, он сбрасывает скорость где надо. А мы с тобой, как всегда, влупляем. Иди, иди, иди отсюда. Ну, ать, не успел. Не успел. А он что, еще с форсажем или мне показалось? Нет, ребята, он с форсажем и с монетным ускорителем. Вообще крэзи. Да что с машиной-то, что не едет-то? Блин, ну ё-моё, ну... Даже зеленую поганку не обогнал. Вот эту вот погонь зеленую. Все, он докатался, придурок, так ему и надо. Его раскатало, ребят. А потолок. Так, мы что, с вертушкой вдвоем, что ли, остались? Получается так. Yeah. 6 баллов. 6 баллов. Ну, второе место, ребят, я занял. Поехали дальше. Достали ваши вот эти вот пещеры, блин, уже в корень. Просто в корень. Еще один. Еще один, ребят, камикадзе. Да ты будешь ехать, а зачем ты так... Тихо. Фью. Нормально. Вертушка уже там сзади. А хухо не хухо, а? Вертушечка. Фига себе, она там сзади наяривает. Давай-ка вот без этих вот, пожалуйста, выкрутасов мне. Тут, видимо, одна трасса, одна гонка. Ну что, я тогда могу сказать тебе авансом, что победа здесь будет за нами. И это факт, неоспоримый. Так, а у нас, по-моему, 30 тысяч кубков у нас здесь будет. Вот оно что. Я понял, друзья мои, 30 тысяч кубков. Блин, только не крокодил, только не крокодил. Ну, благо он нас хотя бы не откинул назад. Спасибо хоть за это. Сможешь заехать? Смог. Куда там, чё там, где там, что, как, почём. Ну, хорош издеваться над папой-то, а. Обогнали, обогнали папу. Чё-то папа где-то схандрил, непонятно где. Надо исправляться. Так, Багги, ты что-то, по-моему, не в тему тут едешь. Пипец, ну надо вот было, блин, упасть в эту расщелину, а. И финиш тут уже был. Я в шоке. Просто упал в расщелину. Скоростной, вали, а, отсюда, пожалуйста. Не нервируй меня. Иди вон там акул корми, блин. 6 баллов. Первый. Совсем другое дело. Так, у нас нагорный кубок. У нас нагорный кубок. Нифига там икс. А чё он так втопил-то жирно? Жирно. Резко. Резко топтуна врубил, кстати, он. Багги там вылазит. Так, давай, не дурачься. Перелетаем, и побед за нами. Кстати, тут всего две гонки. Опять? Опять меня ушатали, да?
Опять это зеленое хмырье там лезет. Опа. Опачки. Красиво. Быстро и практично. Так, ребята, сундук. Управление в воздухе, старт и ускоритель. Гран-при каньон. Блин, ненавижу. Ненавижу почему-то вот эту трассу. Такая дурацкая, а. Ну, правильно, здесь знает, на чем ездить надо. Ну давай ты там толкай меня. Там еще сзади фура. Ну, фуру там и сделали. Он под конец, конечно, дал пердежа, но это ему не помогло. Так, заезжаем. Аккуратненько все это надо здесь делать. Полетели. Полетели, только не... Вот, все. Нормально, я спокоен. Здесь аккуратнейшим образом. Есть. И последняя гонка. Ну, наверное, будет она, друзья, для меня не очень продуктивная. Слушай, тягач, ну иди ты, а. Вот что там летает, летает. Куда-то непонятно, что он там делает, этот тягач. Упс. А он все-таки решил заехать. Он заехал, ребят, но я-то первый. А он третьим даже приехал, после ККМ-ки. Окей. Так, ну у нас тут еще приличное количество гонок. Трасса Била. Как думаешь, возьму на байке эту трассу Била, а? Или не возьму? Сейчас будем смотреть. Вот. Вот, ребята, опасность в чем заключается. Видел, как он начинает? И все, и ничего ты сделать не можешь с этим. Прижимной силы не хватает. Да понял я, что пипи-пипи. Не, ребят, вот этот вот передок закидывает и все. Особенно на подъеме. И мне приходится очень много сбрасывать скорости. И соответственно, из-за этого я проигрываю. А по-другому тут никак не сделаешь. Чуть-чуть бы и кирдык был бы сейчас в башке бы этому мужику. Пули, как говорится, свистели над головой, да? Ну, давай попробуем здесь еще первое место занять. Может, получится все-таки. Ой-ой-ой, это случайно не там, где мы тогда подлетели и разбивались? Фига там киллер-чувак полетел, смотри, видел? А, так он на попрыгульках. Да. Я первый или он первый? Я так и не понял, ребят. По-моему, я был первым. Да. Прикинь, я его обогнал даже на этих вшивых попрыгульках. Он там прыгал. Замечательно. Какой поворот? Сделай 6 поворотов. Так, опять горный кубок. Да что ж вы со своими горными кубками-то, а? То горные, то подземные, то шахты какие-то, то еще что-нибудь. Все у них вот на одну тему. Давай понизу ехать. Да, я понимаю, неприятная трасса, если честно. Именно вот своими вот этими взлетами, падениями. Есть. Первые. Мы вырвали просто победу из зубов этих оборванцев. Так, что тут у нас? А у нас тут все хорошо. А у нас тут все по фэншую.
Так, слушай, а что это такое вот, вот тут вот? Что это за пещерки Арарат? Я, честно говоря, уже надеялся там на какое-то супер-пупер испытание. Вообще трасса изящая была. Ладно. Может быть, я, конечно, зря сделал, что поехал поверху, скорее всего. Я поехал вниз. Все, поздняк ехать вниз, ребят. Сам виноват. Опа. Но зато не последний. Я вообще первый. Так, лесной кубок. Лесной кубок. Давай лесной кубок попробуем проехаться вот на этой штучке. На этой штучке-дрючке. Штучки. Оу-оу-оу-оу-оу. Зря, да? Похоже, я зря это сделал. Это кто? Там формула, что ли, шпарит на этом? О, нет, не формула, это баги. Это баги, друзья мои, там шпарило на этом. Как называется-то? На форсаже. Погнали. Оп, оп, опа. Ты видал? Вот повтори-ка так. Я больше уверен, что не получится у тебя так повторить, как у меня. Тихо. Баги, вали нафиг. Есть. Ух, как это было шикарно. Обогнать баги, это прям одно удовольствие, ребят. Чё ж он, гаденыш, не врезался-то, а? Ауч, нормально. Блин, нет. Ненавижу вот эти вот подъемы всякие, переподъемы. Ай, друзья мои, красиво, ай, красиво. Так, маневры какие-то, 6 поворотов. Что, обновились задания у нас, что ли? Так, ну что, снег идет, а снег кружится, а мы с тобой летим, как птицы над землей. 2000 метров. Ну, понятно, 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 я понял, понял, что тут уже формула, блин, фиг ее. Фиг ее обгонишь, да? А если обгонишь, она тебе все равно настигнет. Ну да, да. А знаешь, почему здесь им повезло? Потому что на их голову здесь не было никаких пещер по прямой машине. Если бы я тут знал бы, я бы взял бы свой байк. И поверь мне, и поверь мне, я бы их тут разнес бы всех в хлам. Да-да, именно на байке. Видишь, я же не думал, что здесь вот такая вот изичная, скажем, трасса. Я даже и так их порвал тут. Но это была только лишь вторая. У нас еще третья, ребят. Третья на носу, ты понимаешь? Лихач! Ау! Мама, 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 подогрей мне кашки! Сам виноват, друзья. Че, это второй сундук у нас красный? Странно. Так, что у нас там? Гора смерти. Ну давай, поехали. Гора смерти. Опять там кто-то на форсаже. А ну я вижу, вижу, вижу. Там этого дрещеныша. Да у него даже, даже с форсажем, ребята, он обделался. Где-то там позади. Я тебе говорю, не всегда, ребят, форсаж решает. Не всегда. Что-то он там кого-то что-то вылетело. Это у меня что-то вылетело, да? Шапка, что ли, там? Или что, что там? Что там вылетело у меня, блин? Диадема? Диадема кузнеца? Ну вот и все. А, еще гонка. А я уже такой, ну вот и все. Окончен бал, погасли свечи. Но не тут-то было. Вниз, что ли? Вот это я обделался, ребята. Вот это да, вот это.
Я-то думал, что там внизу этот. Ну, ты понял, да? Что вниз заныр, а там просто была впадина. Ладно, не имеет значения, мы все равно уже первое место заняли. Можно, как говорится, расслабиться. Болотистая дорога. Болотистая дорога. Ну ладно. Болотистую дорогу тоже мы с тобой на роличке. Вот смотри, вот почему, ребята, его не подкинуло, а? На байке на этом. На подъемах же его должно там бросать, как я не знаю кого, как сидорову кузу. Но нет же. Он спокойненько проехал. Тш, нормально. Шикарно. Так, папа, сконцентрируйся, сконцентрируйся. О, дурила там. Решил выпендриться. Ладно, поехали тогда уж сюда. Чукс. Мы едем просто, как я не знаю, ребят. Как будто 300 лет практики и ни одного поражения. Нафига надо было вот сюда-то ехать? Ну, твою налево, ну, Рэй, ну... Вот сколько раз ездим, сколько раз эта трасса... Ну, честно говоря, уже давно ее не было, но все равно. Блин, лучше бы поехать понизу. Нифига. Просто, знаешь, как изо всех сил там, что у тебя есть. Так, что мы там получаем? Ага, спойлер для ККМ-ки. О, восхитительные диверсии. Ну, здесь, ребята, аккуратность. Тут главное аккуратность. Да-да-да-да-да. Ребята по-прежнему натыкаются на старые ошибки. Блин, ну нафиг, ну, я не хотел вот этого. Зачем же ты так сделала со мной, а, игра? Зачем ты мне подпортила мне статистику, а? Есть! Фух, вот это, конечно, было сейчас бравенько сделано, ребят. Это и при том, что я там везде врезался, где только можно и нельзя. А это кто у нас тут? А, это старый этот. Старый дряхлый дед. Тихо, не надо. А он заехал, а он заехал. А мы нет. А он заехал, ребят. Ну и, соответственно, тут уже финиш. Да. В воздухе все-таки успел. Успел он там колесиком задеть линию на победу. Пускай он там поверху едет. А мы здесь понизу. Опа! Нубло. Просто нубло. Шикарно. Так, ну вот, ребята, уже глубоководная езда началась. Давно, давно. Я уже и подзабыл все трассы-то здесь. В этой глубоководной езде. Давай-ка по чесночку. Ну, конечно же, бочки твою налево. Все, все, что можно и нельзя, ребят, там поразбивал. Все, крыши нету. Еще одно какое-нибудь, ребят, такое, как тебе сказать, ну, не падение, а как сказать-то. Поехали понизу. Я не помню, что мы тут, куда мы тут едем. Все, вспомнил. Победа. Тут одна трасса, что ли, получается, да? Yes, of course, yes, of course. Так, эпические холмы. Эпические холмы. Смотри, смотри, там
Оба дурачка на форсаже там наяривают, прикинь. Просто неугомонные. Да. Как обидно им, да? Что форсажик-то им не помог. Мода, ты заметил, что мода пошла на эти идиотские форсажи? Раньше были попрыгунчики, теперь форсажники пошли. А этот форсажник еще и... Я скажу там, кто горючку из вас не подберет, тот трупак. А горючку-то много кто пропустил. Опа. Опачки. Хоба, видел, как надо. Отлично. Так что эти форсажи ихние, они спасают только в некоторых. В некоторых. Вообще они могут только спасти, по идее. Да что такое-то? Оу, я-то думал. Хотел по низу проехать, дуралей, а? А там, оказывается, нету ничего внизу. Да, я, конечно, тут немножко был неправ. Я думал, что вниз, я и метился вниз, а там, видишь, там не то, что нужно. Ну что, Кубок Сумрачной долины. И причем сейчас будет разыгрываться такая штука, которая у нас есть. Ай, да. Е, первый. Они тут с крыльями, все дела. Прикинь. Делаши. Не-не-не-не-не, давай вниз. Я не хочу через верх там идти. Угу. Немножечко мне не хватило. Я не знаю, как мне этот Рафио там обогнал. А, я понял, я задержался на... во въезд в эту трубу. Так. Слушай, желтая помойка за мной едет. И мне это не нравится. Отлично. Все, ребят, первое место. У нас 8 очков, у этого 6 очков, так что выкусите, как говорится, сосунки. Столичный кубок. Я столичный кубок попробую, ребят, проехаться на байке. Посмотрим, что у нас из этого получится. Там еще вертушка сзади, смотрю, наяривает. Так, тихо, 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 тихо. Аккуратненько вот тут проезжаем. Все. А то у нас, понимаешь ли, тут на каждом шагу ждут неприятности. Надо же. Надо же, проехал. Все. Вот. Сейчас мы тут встрянем. Да нет. Стабилизировался. Фух. Еще и первым приехал. А обычно мы на этих трассах, ребят, разбивались. Это я точно помню. Только последнюю трассу вот эту вот я проезжал. Тихо, 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 не буянь. Ох, ядрё. Куда мы там? Куда летим? Непонятно. Все. Бульк. Вот сейчас было, конечно, круто.
Ага. Драматург. Приступайте к развлечениям, Фрэнк. Фрэнк, друзья мои. Сейчас мы посмотрим. Так. Ну, по-моему, первая гонка будет за мной. Да, первую гонку я выиграл. Что вот тут вот будет? Так, а он тоже крышу, да, сорвал себе? Да ну! Блин, прям перед финишем, а? Ну что, третий заезд, последний. Давай, 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 ты едь у меня. Глупыш. Все, ребят, победа. А мы с тобой победили. А мы с тобой победили. Зарабатываем 30 тысяч кубков. Вот такие вот дела. Помарам. Фью. Так. Забыл поздороваться, ё-моё, только сейчас. Ну, в принципе, чё здороваться, ребят, в такое время? Сам понимаешь, да? Так, приключения тут фигня. Поехали. Тут выбор-то, конечно, не особо велик. А чё тут флажки? А-а-а, вот оно как. Согласись, это не самый лучший вариант я взял. Я тебе даже больше скажу, это вообще не вариант. Но фура там докаталась. Фура там, все, ребят, приплыла. Ладно, ну, главное, приехали. Я даже не знаю, ну давай возьмем мотороллер. Ты серьезно? Понятно. И остается у меня тут тачка шижда не шиша. Фига там этот, ты видел? Что вытворял? Выскочка. Просто его перевернула там. Да мне бы хотя бы доехать, но я что-то сомневаюсь. Да. Так, давай еще разок. Я ничего не понял. Я не ощутил вкус победы, если честно. Ах, Хершикола, вкус победы. Чего?
Улетел там, я даже не знаю, куда он там улетел на этой вертушке, я его даже не увидел. Даун, просто даун. Ой. Видишь, как фигово ехать на машинах, которые у тебя не прокачанные. Вообще. Вообще не прокачанные машины. Может, все-таки до финиша хоть доедем, а? Доедем. Ну, как-то вот так вот, ребят. Пока мы идем впереди. Мы этих пегасусов должны уделать. Понимаешь? Мы должны их порвать. А что это такое? Ну-ка. Можем мне взять байк. Что, на Луне же, да? Ага. Трындец, это же надо было так. Ой, блин, я не могу. Ой, летун. Давай попробуем тогда, знаешь, на чем? Я даже не знаю. Ну давай на наше раллийное авто попробуем. Как у нас тут получится? Вот чего-то они, ребят. Вот они улетели, и что? И что им это дает? Я вот не понимаю. Они что, до финиша долетают или что? А почему? Вот один долетался, я смотрю. Там вон второй летит вниз головой. Так объясни мне тогда, в чем прикол вот этого дебилизма? Один вот только долетел. Непонятно, где он-то вообще. Ну, возможно, да, возможно, на крыльях оно и лучше, ребят. Я не спорю. Я-то без крыльев, как ты видишь, лечу. А на крыльях, да, конечно, было бы, наверное, получше. По фартове, так сказать, что ли. Опа, нормально. Так когда гонка-то закончится? Сколько гонок-то тут надо сделать? Еще не могу понять. А вот этот чувак сиганул, я что-то не могу понять. А, у меня время кончилось. На луноходах, ребят, выигрывают. Просто выигрывают на луноходах. Нифига себе. Через 4 дня. Видимо, за нами будут какие-то монстры гнаться. А мы даже будем, как помнишь, в свое время зомби-то гнались. Здесь, наверное, что-то типа того. Не надо мне. Поехали.
Своего двойничка обогнал. Оп, теперь обогнал он меня. Так, Багги, вали отсюда, а. Ауч! Далеко не уехал. Зато завершил задание, прикинь. Маневры. Ну что, дорогие друзья, на этом я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.